Югре университеты третьего возраста подготовят пожилых бизнесменов. Об этом пишут новости Югры. Цикл лекций для граждан предпенсионного и пенсионного возраста расскажет о том, как создать собственное дело и воспользоваться единовременной финансовой поддержкой. Так, в прошлом году субсидии на открытие бизнеса получили 17 югорчан. Лучшие практики представлены на сайте окружного департамента труда и занятости населения. Также пожилой предприниматель может претендовать на единовременную выплату, предусмотренную на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.